традиции масленичные гуляния расположились в городском парке. Здесь игры, забавы, веселые песни и пляски, а самое главное – вкусное угощение. Это чай баранки и символ весеннего солнышка – румяные горячие блины. Погода в этот день сильно не баловала. Дождь со снегом изрядно намочил тех, кто пришел на праздник в парк до обеда. Но на хорошем настроении это не отразилось. И даже напротив, орловчане восприняли такие капризы погоды символично. Ведь считается, если на Масленицу морозно и дождливо, то весной непременно ждите хорошей погоды. Проводы русской зимы – это начало нового года, потому что весеннего года. Настроение хорошее, а с учетом того, что сегодня еще и прощенное воскресенье, так что мы, конечно, у близких, у всех просим прощения. Может быть, что-то не получилось, что-то не удалось. Постараемся исправиться. Сегодня просим у всех прощения. В парке работало 9 развлекательных площадок руссконародной тематики. Вот ребята примеряют на себя образ богатырей и состязаются в силе и ловкости. А это всем известный ледяной столб. Аттракцион всегда пользовался наибольшей популярностью среди орловчан. Задача проста – взобраться на самый верх и сбить подарок. Толкай! Еще раз! Желающих попробовать свои силы было около полусотни. До победы дошли самые сильные и выносливые. Было сложно, но под конец уже силы не хватало. Но сделал последний рывок и все, победили. В этом году ответственными за эстафету были ведущие «Экспресс-радио Орел». Они на протяжении 4 часов работали в прямом эфире у основания столба. Подбадривали участников, ну и, конечно, награждали победителей. Нам, безусловно, было очень приятно, что, несмотря на плохую погоду, здесь собралось огромное количество людей, которые получили подарки от наших партнеров, а также от «Экспресс-радио Орел» и были очень счастливы. Были в этот день и песни, и танцы, и даже фаер-шоу «Вход в городской парк», которое подготовило всех пришедших к кульминации всего воскресного дня – сжиганию чучела Масленицы. Как всегда, больше всего эмоций от увиденного получили маленькие жители нашего города. Масленицу шли прям чувства. Очень вообще. Прям она так зажглась и все. И весь народ прям ах, ох и все. Очень хороший праздник. Это окончание зимы, приход весны. И мне он нравится тем, что мама печет очень вкусные блины. Мне понравилось сегодня это ледяной столб, когда сжигали масленицу. Русский народ не боится ни холода, ни жары. С сегодняшнего дня по православному календарю уже начался Великий пост, в который верующие ограничивают себя в пище и удовольствиях. По завершению 1 мая православные будут встречать праздник Пасхи. Алина Лагутина, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной».